циничные или не циничные, плохие или хорошие, судить, собственно говоря, можно только по семье человека, потому что эти люди были и есть всегда, и огромное количество хороших или нехороших людей судить только можно по их собственным поступкам. Все начинается в семье, и на сегодняшний момент в это очень непростое время, которое на самом деле ничем не отличается от того времени, которое было вчера или позавчера или 20 лет назад. Просто сейчас мы хотим iPad или телевизор, а тогда мы хотели молока или хлеба. Все может судить только по семье человека, поэтому я не могу сказать, что в нынешнем время чем-то отличается от других, только, может быть, аппетитами.